нас два друга тигра. Два молодых, игривых. Но уже довольно крупных. А в соседях у них ягуар. Ягуар посматривает, он знает, что я ему иногда травку даю, он любит покушать травку. Вот это сразу видно, будет огромный тигр. Посмотрите, какой плотный, мощный. Так, ну что? Благо в Крыму и в декабре травка есть. Сорвал, смотрите, как он, ягуарчик. Ох, и любит травку, это вообще. Только ему и давай ее. Травка полезна для здоровья. А тигры к травке что-то не проявили особого интереса. Я до этого им кинул. Но они молоды, здоровы. Травка им особо не нужна.